Так, держи, я буду надевать. Огни, себя прикрывай, подумаешь. Кому? Леониде. А выпьет столько? Отпускай, отпускай. Я палец спущу быстрее. Так много. Я тоже выстилал палец. Сразу чаша. Давай. Господи, благослови. У меня охота выкидала. Обмочился. Давай, допивай, допивай. Обмочился. Так, кому следующий, держи. Я следующий. Тимошка обмочился. Хорош. Господи, благослови. А то мы какую пока, ну, наверное, уже это, пятую. Там 4, 6, 7. Давай. 7. Где? Держи. Идёт. Я могу забрать это. Нигде такой сладкой воды не найдешь, как у нас. Да. Вообще. Она у вас тут особенная. Давай. У нас уже просто я уже когда одна. Наверное, не больше. Остатки. Это мой костяк самый остался. Так. Давай. Тарасик, ты не пил? Я пил. Давай. Бери, лев. Я не пил. Сейчас. Льва напоим, потом ты будешь пить. Лев. Шапочку с него затяни. Вот так. Ну ладно, левый. Вот такие вроде дела. Маленько не выпил, да? Пей до дна, пей до дна. И сейчас на Тимошу. По-украински, поэтому по-грузински. Давай. Все, хлопцы, за работу. Чтобы на нас никто не сказал, что мы ленивые. Ладно, ладно. Да ладно тебе. Вот ты молодец ты какой. Больше всех молился. Я тебе тогда воды еще налью. Хорошо молишься. Еще дынуть? О, молился хорошо парень. Давай. Тимофей старался. Там у нас еще одно поле. Ай, какого-то комара испугалась. Все. Лёва, пойдем. Хватит жевать. Что ты? Ну, ребятки, давайте. Пою я вас хорошо. Выбрось, выбрось. Дядя Вова, мы с тобой. Точнее, корова. Что ты жуешь? Слёдька я. Ты мой сладкий. Клёво. Надо не так. Иху! Так, так, тихо, тихо. Копну не сбивай. Уходите, все, пошли дальше. Пошли, колорадский жук. Разворачивайся. Ой, есть крапива. Вылупочка вынес. Вырублю все это голой рукой. Рва. Больно? Очень. Умираю. Ой-ой-ой, очень больно. Она высохла что-то? Нет, конечно, все она высохла. Не, не капли. Вот ловушка, кто будет садиться. У меня не наша брата. И Оленька тоже. Это флаг деревенский. Давай, Тимофей, воды напился. Где твоя сила? Посмотри, сильный какой парень. Стой, береги, Полина. Ты че, Лева? Ну хоть бы крикнул. Это Тимофей. Ой, Тимофей. Вот видишь, он не может. Ты идешь мимо.
Вперед! Вы хоть бибикайте, а то сшибете кого-нибудь еще. Теперь надо будет везде сгребать. Иди, бросай их уже. Давай, иди. Принимай их за дно. Тарасе, не стой, загружай. Ребята, стойте, вот и что! А что, уходит? Вон козочки Алексея Устинова. Да. Надо дальше продолжать вот здесь собрать, а потом там идти. Если хотите, там куча он пошел, так это ее сено. Не знаю. Ну что, сразу так это надо собрать место. Как она поведет? Она разберет. Я согласна с вами, но она так... Сегодня дождь пойдет, и как она возьмет? Его надо закрыть. Надо убрать. И тогда она будет вести. А как она? Только к ней приехать, его собирать же опять надо, ехать. Вот подожди, куда, в какую сторону? Надо вон туда, наверное, вон. Нет, она сказала, ну, сюда не нужно. А? Она сказала, сюда не нужно. Мы ей предложили. Почему не нужно? Когда рядом стена. Договоритесь с ней сами. Как скажут, так и сделаем. Она ушла. Давайте туда. Так, ну посмотри, что там заканчивается, а туда-то оттянем. Зачем такую дать? Когда рядом ближе. Ну это неправильно.